Добрый день, друзья! Хочу вам показать свою уточку, которая сидит на гнезде с 4 мая. Это мускусная уточка тяжелой французской линии. Приобрела ее я в декабре. Двух уточек и селезня у Анны Синиченковой. Уточка сама снесла яйцо и уселась выводить утят. Вот такая красавица. Будем смотреть, что будет дальше. Что же у нас получится с утками мускусными тяжелой французской линии? Выведут ли они утят? И будут ли они хорошими мамами?